Ну что, вот добрались мы с утра на остров Пипи, и моя была мечта остановиться здесь на ночь. Не просто приехать на экскурсию, посмотреть великолепный, красивейший, самый посещаемый, наверное, остров в Таиланде, самый известный. А хотелось остаться здесь на ночь. Вот я заранее забронировала отельчик с таким видом. Правда, подниматься, конечно, это что-то. Ступенек я не считала, но они такие крутые, и так их много, что вот, ну, мне реально было тяжело. В самом низу у нас, ну, понятно, там городок или что там у них, не знаю, с маленькими улочками. Впереди горы, один залив и второй. Мы практически вот между находимся. Потрясающе красиво. Да, вот такой вот у нас вид из окна. А живем мы на сваях, в доме на сваях, ну, не знаю, сваи, наверное, метра два, да, Вась? Больше. Даже больше, да. Вот так вот мы живем, прямо на горе. Прямо на горе. Такой домик, ну, конечно, скромненькая комнатка. Такой, ну, душек интересный там. Там адаптировали камни, видимо, которые скалы там были. Их не стали убирать, а просто их покрасили. А, ну вот у нас-то кроватки тут, прям как вот в пионерском лагере. Вот, что тут у нас еще? Смотрите, вот эти камни, они, видимо, сюда не приволокли. Вряд ли для декора бы притащили эти глыбы. Они, видимо, тут были. Но их так аккуратненько покрасили, название отеля написали. Ну, получилось так даже очень экзотично. Но я боюсь... А, я уже знаю, что со мной будет. Я встану ночью в туалет. Гарантирую, завтра будет фингал. Я встаю в туалет, иду вот так вот. Конечно же, спотыкаюсь об этот камень. Падаю носом туда. Блин, я пить не буду на ночь. Да, опасно даже. У нас даже телевизор есть. Очень симпатично, очень миленько, так по-тайски, душевненько. Так, влажностью здесь, ну, море, затхлость есть такая, да, пол везде так. Кондиционер, кстати, очень хорошо, здесь есть кондиционер. А, за номер, сколько стоит, да, интересная, наверное, цена. А, на троих такой вот номер стоит 2800, если двухместный, то 2500, то есть получается на 300 рублей дороже. Веранда, столик. Интернета здесь в бунгало нет, но есть интернет в ресторанчике чуть ниже. Пойдем сейчас смотреть. Ну, в общем, в целом, да, очень здорово.